милую, добрую, обаятельную женщину, любимую жену и любящую маму и бабушку Валентину Петровну Брилевскую с 60-летним юбилеем от всей души поздравляют муж, дети и внуки. Дорогая наша именинница, позволь поздравить тебя с такой величественной датой, как 60 лет со дня твоего рождения. Пусть твои глаза всегда светятся теплым огоньком счастья, а сердце будет замирать только от радости. Пусть бодрость тела и духа двигает тебя к новым вершинам, а ангел-хранитель всегда будет рядом. Пусть печали и невзгоды обходят тебя стороной, а солнце всегда будет светить над твоим домом. Ты многого достигла, и так много еще ждет тебя впереди. Твой труд может служить примером для начинающих, а ты сама образцом для подражания. И это не пустые слова. Ты заслужила уважение. Все улыбки мира сегодня для тебя. Все поднятые бокалы за тебя. Будь здорова, не унывай, не принимай плохое близко к сердцу. И пусть тебя окружают только хорошие, родные и добрые люди. С каждым годом ты все краше, с каждым годом все милей. Мы сегодня отмечаем твой прекрасный юбилей. Годы быстро, словно птицы, пролетают, но всегда мы прекрасно понимаем, что душой ты молода. Желаем мы тебе здоровья и быстро сбывшейся мечты, и пусть глаза всегда сияют от счастья, радости, любви. С праздником тебя!